На улице дубак, больше минус 25. Лунки затягивают прям махом, поэтому затоплю-ка я свою печечку. Ну и сейчас, буквально несколько минут, и в палатке будет уже Ташкент. Прошло несколько минут, как затопил печечку. В палатке сразу стало значительно теплее. Пар уже практически не идет со рта, так что уже где-то до нуля, до плюса я уже натопил. Всем привет! По многочисленным просьбам зрителей, сейчас я вам покажу, как я отапливаю зимнюю палатку на рыбалке. Сделал вот такую вот импровизированную печечку. Она состоит из банки из-под кофе, который я прикрепил к донышку, через донышко банки, двумя саморезиками дощечку. Она нужна для того, чтобы банка не прожгла палатку, либо не вплавлялась в снег. Дальше засверлил отверстие по низу. Затем взял обычную пивную банку, отрезав от нее донышко вот это вот, отступив примерно 3 сантиметра. Баночка сюда входит, как видите, легко. В донышке вот так вот по контуру проткнул шилом отверстие. То есть получается, вот с этой стороны просто по кругу натыкал шилом отверстие. Вот эту вот часть вставил вовнутрь. Вот так вот она выглядит. И также вот здесь вот по бокам натыкал отверстие. Это нужно для тяги. После того, как проколол отверстие по низу, сразу же обжег эту баночку при помощи газовой горелки. Снял с нее всю краску, чтобы в дальнейшем при поджоге сухого горючего она не обгорала и не было посторонних запахов в палатке. Ну, после этого прикрутил уже досточку и вставил донышко. Получилась вот такая вот импровизированная печурка. В качестве топлива использую либо сухое горючее, либо покупаю вот обычные свечки, режу их напополам. Получаются вот такие вот огрызочки. Его немного донышко подплавил, спокойненько вставил, и все, печка готова к эксплуатации. Сухого горючего одной таблетки хватает, ну, минут на 30-40. Получается, беру таблеточку, поджигаю, туда положил, и буквально минуты через 3-4, даже при минус 30 градусном морозе, палатке уже вполне приемлемо, можно сидеть без рукавиц и без шапки. Где-то, ну, плюс 5, плюс 6 получается в палатке, чего вполне достаточно для рыбалки. У свечек КПД очень слабый, поэтому ими топится гораздо, скажем так, менее эффективно. Их я использую при менее слабом морозе, так как они служат дольше. Вот такая вот очень нехитрая конструкция у меня получилась, которой пользуюсь я уже, ну, наверное, лет 5 или 6. Она ни разу не подводила. Надеюсь, что кому-то это видео было полезным. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч, до новых видео. Всем пока.